Алексей Скосырский, кандидат от ЛДПР. По его собственным словам, один из акцентов на посту мэра будет делать на развитие сельхозперерабатывающих предприятий, чем Барнаул и славился в начале своей истории. Артем Зеров, 29 лет, самый молодой претендент, член Краевой общественной палаты, член молодежного парламента Алтайского края нескольких созывов, председатель общественной организации «Молодые патриоты Алтая». Владимир Барсуков третий раз подал документы на конкурс сити-менеджера, до этого в 2010 и 2015 годах. Известно, что был менеджером Барнаульского шинного завода. В предыдущую предконкурсную гонку СМИ представляли его как предпринимателя, сейчас в комиссии назвали пенсионером. Вячеслав Франк в данный момент первый замглавы администрации города. Кстати, его кандидатуру поддержала общественная палата Барнаула. В органах местного самоуправления города работает с 2007 года. Елена Хрусталева, кандидат от КПРФ, депутат городской думы, доктор медицинских наук, профессор медуниверситета. Планирует проводить индустриализацию города, привлекать инвестиции в производство, создавать рабочие места. Алексей Шипунов, временно безработный юрист, впервые подает документы на пост мэра. Василий Чусовских, самый возрастной кандидат, ему 71, он пенсионер. В 2017-м участвовал в выборах главы Бийска, но проиграл. Сергей Шумов, известный в крае бизнесмен, топ-менеджер, сейчас руководит собственной компанией. Ранее занимал пост гендиректора Барнаульского водоканала, был замом гендиректора Барнаул-Капстроя. Ну и, наконец, Андрей Крылов, предприниматель и бывший глава партии «Роста». В сентябре прошлого года Крылов участвовал в выборах губернатора Алтайского края.